Еще раз доброго всем дня, моим друзьям. Уже вечер, не день, далеко, 8 час. Дождь идет целый день у нас в Новом Поле. Ну хорошо, слава Богу, что есть моя мастерская, где куча заготовок. Это вот дуб. Надо шлифануть. Пару слов расскажу моим друзьям. Наконец попал я в мастерскую. Сохло у меня в опилках блюдо из черешни, вот это вот. И сейчас я его шлифую. Вот инструмент, когда нагревается, меняю. Конечно же, даю им отдохнуть этим шлифком. Это черешня. Примерно вот из такого, но пошире. Из такой заготовки. Хочу показать. Ребята мне дали спилы вот такие черешни. Довольно редкое дерево. А тем более вот такой ширины, как это блюдо. Но остается его только шлифовать и шлифовать. Очень нравится мне рисунок. Здесь тоже шлифануть. И переключаюсь на дубовое. Тоже устают мышцы. Переключаюсь, допустим, на подготовку заготовки из черешни. Обрежу. Здесь будет тоже блюдо. Покажу. Тут что-то будет из окончания. Из этих кусочков какие-то вазочки можно сделать. По дубу много шлифовки, очень. Это цветок сделал, наверное, зря эти дырочки. Уберу их. Много, казалось бы. Ну, работы много, короче, по шлифовке. Кто занимается деревом, знает. Тоже шлифовать надо, всю черноту убирать. Различными шкурками. И эта черешня, очень повезло мне, спасибо моим друзьям, замечательный рисунок, он будет смотреться шикарно. Вот заготовочки черешни тоже вот такие, не знаю, они поточены короедиком. Вот дырочки, может ложки, может какие-то подставки под горячее, ну что-то будет. И он выгнуло как, да и эту тоже вот, если вот так посмотреть, вздуло очень сильно, влага выходила, ее покоребило, но это все покорежило, выгнуло, это все исправимо. И вот с такой неказистой, казалось бы, заготовки получаются всячески красивые вещи. Ну, такой экскурс небольшой, поработал в мастерской. Да, вот этот дуб надо, доски доделать. Две. Ну, короче, тут работы. Один инструмент устал или мышцы устали. Перехожу на другое. Потихоньку движется работа. Вот. Здесь тоже заготовки всякие. Много всего. Замыслов много. Всяческих мыслей. Да и заказы есть. Всем благ, всем добра.